Вообще, я думал, вы уже, конечно, разошлись с утра, ждали, что ли. Мы завершили 18-й съезд нашей партии. Съезд прошел успешно. Несмотря на все препоны, у нас из 180 делегатов приняли участие 170. Хотя, к сожалению, даже избранных делегатов некоторых регионов запугивали, уговаривали не ехать на съезд. Урматту журналистер биз мына азыр биздин 18-й съезд өзүнүн ишин аяктады. Кудайга шүгүр, татынакай өттү. 180 делегат шайланган, анысынын 170 келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарды дагы үркүтү, коркутуу болгон да жер жерлерге барбагыла депчи. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар тийиштүү. Күч органдарына кайрылуу кабыл алдык. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсоветти шайладык. Эми мындан суроолорго жооп берем. Суроолорго жооп берем да. Көчөкө кабыл алынган экс-президент менен ишмердүү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий беретсеңиз? Ишмердүү менен бүтө чектөө киргизген жоолор бар турат ичинде. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Эми бул сизге карата кылмыш ишин козгоого аракеттеп баалайсызбы жакында? Эми мындай да мага мына берки фальшивый социал демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, тийиштүү кландар бар. Мен айтар элем, мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козгойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы кандайдыр бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн, мен ал үчүн бир кылмыш жазышым керек да. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын, мен акмын. Коррупция менен күрөшөм деп кыйкырап аткан азыр, чындыгында коррупция менен күрөшпөй эле саткындар, сатпагандар менен күрөшүп атат да. Анан мен минтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз эки сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз саткандардын арасына кошулбайбыз, анда короче атсын бизди, атылгандардын арасында болобуз. Бачейин сиз ушул жарандык коомду бийликте турганда баягы сындап келгенсиз, анан азыр жарандык коом айрым жарандык коомдун өкүлдөрү менен ушул эле жашоо отурасыз, айрым турдук болчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кепиңиз болуп атат, анан Мадумаров сыяктуу бийликтеги күчтөр менен биригесизби? Эми биз биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдың, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып ыраазы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдырасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир күнө кетсе кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын күн сайын көбөйүп атат. Мен баарына ыраазымын, биздин партия ыраазы. Башкаларга да суроо бердиресиң мени? Жаман кыйын экенсиң. Сарынбы? Как? Как вы оцените социальную политическую ситуацию в данный момент? По конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 конституции президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа и, кроме того, единство народа и государственной власти. Мы наблюдаем, что вот президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности. Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова.
Вспомните 15-й год, какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион. То есть мы видим, как буквально за полтора года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки. Бакиевская атмосфера, вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печаль. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Алла Шишенч, тоже вот, давайте на все вопросы ответим мы, заместители. Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что, ну, я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо, ну, стоять впереди, скажем там, кому-то надо подставлять свою грудь. Пока, я думаю, я для этого нужен, потому что надо говорить правду, и людей трудно винить, потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди, и пока, видимо, я нужен. Пока я нужен. Спасибо, уважаемые коллеги, на вопросы остальные ответим мы. Вот. Анда мамлекет талкана версин бе, эл бөлүнө версин бе. Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермекмин. Колунда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек да. Ататына кай сөз бар акындын. Сен ооруба, мен ооруйун Атажүрттү. Атажүртүбүз момунда кыйын мезгилде келгенде, Атажүртүбүз 1.5 жылдын ичинде мына Бакиевский замандарга кайра келгенде, мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жаша албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, карегибиздей мекенибиз. Чоң рахмат, урматтуу журналисттер. Эки суроолорго мына партиянын